Ни хрена не пишет, он резко сам на мышку. А, точно, тебе же прыли-то зачем? Не, вроде отчет пошел, отчет пошел. Может, ты стираешь то, что было раньше записано? Тоже вариант. Тоже вариант. Как у меня Артем, да? Опа, записали что-то. Ой, папа, надо, вот это надо срочно записать. Берет кассету, жжик, по-новому, и сначала. Опа-на. Потом включаем. Ну, а где то? А все стерло. А что то? А то, что там было? А что там было? Ну, ёпта. Не, он пиздатый парень вообще. Да спит зубовец. Вот и встретились на Эльбе. На пульснице, на пульснице. То есть не с вокзала еще где-то там экскурсию такую стоишь. На каком? Там их семь. Ну вот возле Цвин. Ну конечно. А, там два основных моста. Кёниг и Мариина. Нет, Альтенбрюке, старый мост, бывший Димитровбрюке. Мариенбрюке, Блаубрюке. Ну все ты там слышал. Вундерс. Вундерс. И еще этот, Шлюгельбек. Ой, ну сейчас хорошо. Нет, Дима, сейчас уже классно. Классно.